действительно лишь один. Самый стойкий и самый сильный. Лезть на гору. У них будет играться мальчик. Чемпион Европы по восточным единоборствам. Очень сильный игрок. Саша Литвиненко. Он не подарок. Донецкий самурай вперед! Донецк! Каскадер, Донецк, смотри, Вова. Оп! Сейчас поломает нам двойной удар. Давай, Данил, его не проймешь. Сашка, давай, Данил. Мастерство, вы знаете, его никуда не денешь. Сашко захоплюється каскадерським мистецтвом. Ну що ж, можливо, це наш Джекі Чан? От так от він зробив це. Бачили? Валера, держись! Ай, молодець! Ах ти! Как Донецкий борется, как борется. Падает, сбивается и опять восстанавливается. Ох, какое падение! Ах, какое падение! Вы видели? Вы видели, что произошло? Его чуть не порвало пополам. Александр Литвиненко, мастер спорта. Только наша фраза такова. Умоление в керлинге. Некоторые называют это керлинг. Нет, дорогие мои, это керлинг. Керлинг. Меня поэтому и пригласили озвучивать эту программу, потому что только я так красиво произношу керлинг. Украинцы очень кучно кладут. Так, старт дан, время пошло, тащат наши из последних сил. Конышев и Данилова, знаете, на плечи Оли Даниловой в сегодняшнем днем свалилось очень много тяжелых мужских испытаний. Несколько слов о Даниловой. Хороша. На повороте каждая команда должна успеть схватить мешок. Украинцев выкидывает просто из саней. Света Журова, которая сама весит не больше 12. День тяжелейший, но кто первым, кто первым... Маленькая лошадка, и
мне живется не сладко. И те, и другие измотаны. Поближе, поближе, солнце, снежка! Тяжелейший конкурс. Дыхательные пути забиты снегом, туманом, инеем, криками команд. Давай быстрее, давай быстрее. Огромные, сильные дядьки, спортивные, красивые женщины просто готовы сдаться, но они не сдаются. Они хватают эти дурацкие мешки и идут. Уже просто руки не держат, а ноги-то не бегут уже 100%. Посмотрите, что происходит. На самом деле конкурс не только тяжелый, он еще и опасный. Просто ноги не слушаются, а сердце перестает стучать в груди. Именно это мы сейчас наблюдаем. Все, нашей команде не сдвинуть сани. Вы умница и раскрасавица, но женщина не может, дорогие мои, тащить тяжеленные сани. И все-таки они это делают. О, ужас! О, ужас! Время работает не на нашу команду, и, видимо, украинская команда... Есть Александр Литвиненко. Санька Литвиненко. Центру Як. Тактика, мне кажется, станет понятной в момент игры. Дурнил. Саня. Санька! Сань, за два ведра спасибо. Мог бы, наверное, больше, но только... Давай! Сашик, не дивиться на тебя! Давай, братику! Женя, давай! Аккуратно! Вичайно, давай, давай! Є! Сьогодні фарт Янова на нашій стороні. Саня, не спіши! Не спіши, Санчик! Не треба нам спішки, нам треба тільки перемога. Саня... Йому тільки відомою технікою перегнав навіть попередню спортсменку. Став Тарабарові на плечі, хопився за шнурок і пішов, пішов, пішов! Вот він, український солдат Саня Литвиненко. Вот він, перший рекорд! Вот він стоїть, обтікаючий холодною ледяною водою. Вот вона. І пішов Саня Литвиненко. Давай, брат, давай! Ми бачимо, що Ван Англія останній і має якісь порушення. C'est fini pour ce soir! Молодець, ми на полпути к победе. Сейчас будет стартовать Украина. Молодец, Света. Практически несколько метров отделяют ее от конца горы, а команду от звания «Властелин горы». Срывается она очень-очень тяжело. Дается вот это вот. Сил просто уже нет. Посмотрите, скользят. Держись, только держись. Скользят ноги, не торопись. Собери всю волю в кулак. А Украина настигает и опережает нашу спортсменку. Да. Случилось самое страшное. Сегодня не наш день. Первые! Самое главное, снежная битва еще впереди.